Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Само совершенство. Уход за собой». Обещала вам рассказать про серию Faberlic «Легендарный кислород». Итак, поехали. У нас сегодня будет с вами вечерний уход и еще один продукт, который обещала вам потестировать, это Новосвит, сыворотка ночная с 7% молочной салициловой кислотами. 7% здесь кислот. Сыворотки кислотные очень люблю, очень уважаю, если они работают, то это вообще сказочно. Сыворотку буду пробовать вместе с вами впервые, а вот легендарный кислород, линейку, у меня уже сложилось определенное впечатление. Я взяла все продукты, которые мне нужны из этой серии, и сейчас мы будем с вами очищать лицо. Легендарный кислород, пенка. У нас серию обновили, у нас формулу улучшили, соответственно, изменились артикулы, 35-31 артикул. Сейчас мы с вами помочим личико и будем умываться. Пенка, кстати, невероятно нежная, воздушная. Прям вот очень. Аромат у серии, мне кажется, остался такой же, какой был. Или, по крайней мере, не сильно изменился. Теперь беру свою любимую щеточку от Ready Skin. Включаю ее на второй режим. Здесь их три. И очищаем личико как следует. В недавнем ролике про бьюти-гаджет вы спрашивали, почему там нет моей любимой щетки. Ну, потому что, девчонки, она вне конкуренции. Я испытываю дичайший восторг, что она у меня есть. Потому что... Но это что-то невообразимое. Когда пользуешься этой щеткой какое-то время, конечно, после первого раза нет, понимаешь, что ну, лицо твое не может выглядеть лучше. Без бьюти-гаджетов сейчас никак. Да? Кто не знает, мне 39 лет, уже совсем скоро 40 будет. И я стараюсь, конечно же, следить за своей кожей, потому что возрастные изменения, они есть у всех. Что ты не делай. И хочется как можно дольше... как можно на более продолжительный срок продлить молодость кожи лица. Щетка чем хороша, девчонки? Вот эта силиконовая головка, она двухсторонняя, во-первых, щеточка, она с помощью ионов вытягивает все загрязнения из кожи. То есть руками мы так не умоемся, обычной щеткой мы так не умоемся, но нет вот такого результата. Вот когда попробуешь, сразу это видно. Такого результата нет. Параллельно здесь еще идет вибрация, то есть это еще и массаж, поэтому я и умываться стараюсь по массажным линиям. Идет у нас еще очень классный дренажный эффект, лимфодренажный. Почему? Потому что опять же та же самая вибрация на кожу. Да? Можно по лимфодренажным, если это утренний уход линиям, вот так за собой поухаживать, и отеки быстро сгоняются. Это тоже очень круто. И здесь еще есть таймер. Таймер на 2 минутки. Она сама выключается через 2 минутки. Это тоже очень круто, потому что все пенки, все средства для умывания, они должны быть на коже, вот все, не меньше минуты. Таймер сработал, щетка выключилась. Не меньше минуты. Они меньше, чем за минуту, ни одно средство не способно растворить загрязнение, вытянуть их из кожи, поэтому не меньше минуты. Здесь 2 минуты, то есть качественное умывание, хочешь ты, не хочешь, да, ты уже умываешься 2 минуты. Это вот как отче наш, поэтому дисциплинирует и приучает к правильному уходу. После такого умывания ощущаешь, как кожа дышит до скрипа, чистенькая, поры сушеные, все отлично, все замечательно. Дальше мы берем с вами легендарный кислород спрей. Он как был потрясающим, так и остался. Вот серьезно. Восстанавливающий активный спрей артикул 3671. Его вместо тоника использую. У меня еще есть в старой версии спрей, стоит в холодильнике. Увлажнение лица и тела можно даже на тело после душа. Повышает тонус, освежает, устраняет следы усталости. Вот по поводу этой линейки, что хочу сказать. Вот самый главный эффект, который я заметила, это действительно устранение следов усталости. Здесь такой классный распылитель, очень мелкий. То есть вы не захлебываетесь сывороткой. Прям вот мелкодисперсное распыление, просто потрясающее. Тоник нанесли. Теперь как раз у нас с вами на очереди сыворотка. Сыворотки, к сожалению, нету в серии «Легендарный кислород». И мы с вами будем сегодня вместе. Ждала, чтобы протестировать с вами вместе вот эту вот от Новосвит сыворотку. Она копейки была по распродажам. Прям у нее сроки годности подходили. Ее прям отдавали уже под конец, мне кажется, рублей за 20. Сколько у нее срок годности? Не знаю, но она... А, до 11-го, 24-го, до 9-го. То есть, в принципе, еще можно ее и доиспользовать. Вот такая сыворотка. Сейчас у них уже с нормальными сроками годности на ВБ. И подороже, конечно, 20 рублей.
Ну, вообще, в Новосвит есть очень хорошие продукты, годные. Пахнет приятно. Парфюмерная такая душка приятная. Она такая скоризенькая, скользкая такая. Я сейчас на сыворотку буду делать массаж. Массаж делаю курсами. Слушайте, пощипывает. После хорошего очищения прям чуть-чуть пощипывают местами. Ну, прям сразу практически проходит. А так нет, она не масло-масляная, она такая на водной основе больше. Но очень-очень увлажняющая. Чувствуются кислоты. По рукам чувствую кислоты. Ну, вот кто часто применяет кислоты, тот понимает, о чем я говорю. Мы с вами будем сейчас делать массаж микротоками. Опять же, с помощью моего любимого гаджета. Все в одном, понимаете, вот все в одном. Хочешь какую-то процедуру сделать, у тебя один аппарат для этих целей есть. Здесь у нас три режима. Первый режим – это инфракрасное излучение, нет вибрации, просто излучение и микротоки. Для чего им нужны микротоки? Микротоки, как самый лучший массажист в мире, проникают глубоко к нашим мышцам, которые отвечают за подтяжку лица, и разминают их. То есть вместо вот этого вот всего, вместо гуаша, ну и то, это мы сверху разминаем, а микротоки проникают глубоко. Глубоко именно в нижние слои и разминают мышцу так, как не разомнет ее никто. Второй режим. Нажимаем на кнопочку, переходим. Нет, я выключила. Второй режим. У нас здесь уже идет вибрация, микротоки и свечение. И мы по массажным линиям начинаем прорабатывать. Забыла сказать, вот эта поверхность, она во время процедуры нагревается. Так положено. Токи ощутимые. Кто-то делает на специальный гель, кто-то делает на уход. Я больше люблю на уход, потому что так уход сразу становится эффективнее. Все наши средства, они проникают и работают гораздо лучше. Ой, по массажным линиям, вот таким вот образом мы с вами все прорабатываем. Носогубки, все. Через 2 минуты также срабатывает таймер. Этого вполне достаточно. 2 минуты каждый день, и вы уже видите результат, ну, где-то через 7-10 дней. Он накопительный такой, но вы его действительно видите. И знаете, такой вот особенно вечером кайф после массажа микротоками. Мышцы расслаблены, они прям проработаны. Ну, очень приятная процедура. Но иногда я включаю еще на 2 минуты, потому что обязательно нужно проработать и мышцы шеи, и сзади прорабатываю. Они тоже отвечают за подтяжку лица. Лица, да. Так что едем дальше. Теперь мы наносим с вами крем. У нас из линейки «Легендарный кислород» несколько кремов. Я для себя взяла кислородный питательный крем для лица. Могу его и на день, и на ночь. Даже чаще использую на день. Артикул 35-32, потому что в холодное время года мы используем с вами на день питательные кремы. И, конечно же, любимый всеми крем «Легендарный кислород», где у нас высокая концентрация аквафтема. 21% целый. Это наш любимый кислородный бальзам. Его артикул 35-29. Он не стал хуже 100%, а возможно даже и лучше. Остался такой же гелевой консистенции. При соприкосновении с кожей он тает. Он тает и превращается в водичку, насыщая кожу всеми вообще невероятными благами, которые есть в его составе. Я часто использую его после пилингов, после каких-то агрессивных процедур на лице. Потрясающе работает. А душка, ну, у серии у всей одинаковая. А вот питательный крем для лица мы с вами сейчас и нанесем. Очень классный, просто замечательный. Чем классный и замечательный, скажете вы? А потому что действительно питает и увлажняет. Мне понравился. Вот сейчас на осень, на день особенно, мне очень понравился крем. Прям вот потрясающий. Кожа с ним выглядит такой ухоженной. И после, естественно, после грамотного очищения кожи, когда наносите этот крем, тоже может быть, знаете, такое у меня иногда легкое пощипывание и такое ощущение, что кожа начинает дышать. На шею наношу остатки крема Renovage для шеи и декольте, артикул 67-83. Что хочу сказать, вот я его использую уже второй месяц, больше. Действительно вижу результат. Декольте выглядит лучше. Я прям много-много вот так беру и как следует везде прохожусь, наношу. И обязательно сзади тоже на шею. Вот таким вот образом. И шею, и декольте. Я вижу результат от него, девчонки. Он есть. Если все это опять же вот совмещать с массажами, очень крутой результат.
Вот таким вот образом. Потому что вот эти вот кольца Венеры, да, как в народе их называют, они стали у меня менее выраженными после этого крема. Так, теперь крем после микротоков, он прям впитывается практически моментально. Кожа съедает, кожа разогрета, мышцы разогреты. Все подготовлено к дальнейшему уходу. И получается вот такая красота. Тут уже маски никакие не нужны, вот честно. Вот я раньше топила за маски ежедневно. Я делаю в основном на утренней основе. А так как сейчас пошли в сад, утром не успеваю. Если успеваю, то, конечно же, у меня на утренней основе идет по-быстрому вот эта экспресс-маска от Агафи, которая быстренько сгоняет отеки и так далее. А так пилинги, карбокситерапия. Это у меня все вечером, все эти процедуры, кислоты. Подключаем активный. В принципе, если у вас хорошо подобран уход, крем, очищаете вы кожу хорошо. Маски эти не нужны. Ну, честно, вам хочу сказать. Да. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы с вами включаем на Ready Skin третий режим, который успокоит нашу кожу. Здесь попеременно мигает синий и зеленый свет, и поверхность аппарата уже становится холодной. Я успокаиваю кожу после микротоков, она у меня покраснела. Вот этот режим я очень люблю утром. Тоже по-быстрому согнать отеки, вместо патчи, вместо всего. Вот нанес масочку, если спешу очень сильно, быстро на несколько минут, пока завариваю кофе. Агафью нанес, потом смыл, нанес быстренько уход хороший, ну, очищение, естественно, перед этим. И вот этим режимом Ready Skin пройтись, согнать отеки. Очень приятно, тоже все делаем по массажным линиям. Помимо того, что сгоняются отеки, этот режим еще очень понравится тем, у кого проблемная кожа, у кого есть пигментация. Потому что уменьшаются следы пигментации, пигментные пятнышки становятся светлее и сужаются поры. Поэтому хорошо прорабатываю на этом режиме еще Т-зону. Прям хорошо прорабатываю и там, где у меня есть пигментация. Здесь тоже сработает таймер через 2 минутки. Приятно, что поверхность аппарата такая холодненькая. Никаких воздействий таких вот на кожу покалывания ничего нет, поэтому этот режим, он такой самый приятный и расслабляющий. Ну вот и все. Один волшебный гаджет, хороший уход, и кожа будет вам благодарна на долгие-долгие годы и радовать вас своей красотой. Ссылочку на Ready Skin, конечно, оставляю для вас в описании. Сыворотка Новосвит, зачет, девчонки, действительно чувствуется, что кислоты, кислотный уход. Прямо это ощущается. Классно, кислоты подключаем, молодеем. Именно они у нас с вами разглаживают мимические морщинки и другие. Разглаживают, действительно разглаживают, очищают кожу. Просто потрясающе. Поэтому кислоты обязательно в возрастном уходе применяем. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.